Привет, водники, походники! Сегодня 20-й день похода. Я решил провести небольшую такую ревизию продовольствия и заодно снять ролик на тему, какие продукты и сколько я взял в одиночный автономный поход на 50 дней. Конечно, этот ролик нельзя рассматривать как какое-то руководство, инструкция, потому что у каждого организм индивидуален, у каждого свои потребности и вообще о вкусах не спорят, как известно. Вот со своим организмом я знаком 55 лет, он уже давно не растет, поэтому потребности его энергетические небольшие. И я уже знаю, что он разучился переваривать молочный белок, поэтому никаких молочных продуктов в моем рационе нет. Кроме того, печень не выносит жирного, поэтому ни сала, ни смальца, ни чего-то такого вкусного, но жирного у меня тоже нет. Но это каждый должен по себе определять, что ему можно, что ему нельзя, и чего и сколько нужно. Вот я буду примерно рассказывать, как сказать, раскладку, что ли, или сколько продуктов мне нужно на один раз. Но это для меня, для другого организма, там, для молодого, растущего и так далее. Там, естественно, другие потребности. И там можно определить только опытным путем. То есть пойти в поход и строго контролировать, сколько вы взяли продуктов, сколько вы употребляли на одну порцию, хватило вам, не хватило. И уже потом следующие походы рассчитывать, исходя из уже таких личных потребностей. Ну, сначала немного о том, какие продукты я беру в поход. Вообще-то всех походников, я думаю, можно разделить на три категории. Первая категория – так называемые натуралисты. Это те, кто берет в походе те же натуральные продукты, которыми они питаются в обычной жизни. Ну, там картошка молодая, огурчики с грядки, сало соленое из собственной свиньи, ну и так далее. Конечно, этот вполне такой оправданный подход, потому что ничего изобретать не нужно, просто пошел в кладовку, в погреб или на грядку и взял. Ну, вот, правда, на большой поход таких продуктов не взять. Во-первых, будут очень тяжело. Во-вторых, как правило, большинство продуктов не выдерживают длительного хранения в походе. Вторая категория – это так называемые экстремалы. Они берут в поход то, что в обычной жизни никогда не едят. Они достают какие-то хитрые там наборы продуктов для выживания в тайге или в пустыне, или еще там где-нибудь, или хотя бы армейские сухпайки и так далее. То есть это все есть, конечно, можно, но если не очень долго, потому что, во-первых, все это весит немало, во-вторых, это все стоит еще больше. Люди умудряются доставать какие-то жутко дорогие эти наборы импортные. Я не сторонник такого подхода. Третья категория, к которой я себе отношу, это бюджетники. Эти люди берут те продукты, исходя из трех условий. Во-первых, они должны быть достаточно легкие, чтобы их можно было на себе утащить. Во-вторых, они должны хорошо храниться весь срок похода, без холодильника, конечно. Ну и в-третьих, они не должны быть сильно дорогие. То есть нужно уложиться в походный бюджет, потому что деньги не бесконечные. Иногда приходится выбирать между тем, купить вкусные продукты, либо пойти в поход. Вот, например, я собирался в этот поход взять вяленое мясо. Я думаю, что эта штука вкусная, но жутко дорогая. Килограмм мяса стоит... Килограмм вяленого мяса стоит порядка 3000 рублей. То есть пакетики такие по 100 грамм, красиво упакованные. Но тут приходится выбирать, либо купить это вяленое мясо и сидеть дома на диване его жевать, либо все-таки пойти в поход. Я, конечно, выбрал второе. Мне уже после прошлого видео были такие претензии, что, мол, ты берешь в поход много всяких там плохих и вредных продуктов, там, со всякими концентратами, с глюкоматом натрия, с ГМО и прочее. Но, друзья мои, вы знаете такой магазин, в
котором есть безвредные продукты. Вот вы зайдите в любой супермаркет и попробуйте найти то, что гарантированно безвредно. Вряд ли вы что-нибудь такое найдете. Колбаса – это соевый белок, какие-то там жиры, усилители вкуса и какие-то заменители натуральных ароматов и так далее. Ну, что там есть? Мясо – это сплошные антибиотики, там гормоны роста. Да так, что ни возьми, там сплошная химия. Ну, и мы это же это едим? Едим. Почему бы это же не взять в поход? Тем более поход, он продолжается, к сожалению, гораздо короче, чем все оставшиеся жизни, поэтому большого вреда себе вряд ли вы сможете нанести. Поэтому я считаю так. Я иду в ближайший супермаркет, беру с собой вот походный лист, вот у меня здесь есть такой раздел под названием «Еда». И вот я по этим пунктам набираю в корзину продукт. Все просто, дешево и вполне хватает. Итак, начнем по порядку. Первое блюдо. В качестве первого блюда я беру обычные супы в пакетах. В основном беру двух сортов. Вот это вот под маркой Суперсуп. Большие такие пакеты, примерно по 60 грамм содержимое. И вот Магги, иногда там Галина Бланк или что-то такое. Тут обычно тоже 50-60 грамм. Супы чем хороши? Тем, что здесь есть почти все необходимое для организма. Всякие белки, жиры и углеводы. Иногда там даже сублимированное мясо есть. Вкус вполне терпимый. Вот я не беру супы Роспродукт, потому что вкус еще с советских времен надоел. А вот в основном импортные или вот такие вот. Это очень удобно применять. Вскипятил воду, высыпал туда пакет, размешал, чуть-чуть поварил, все, суп готов. Ничего изобретать не надо, быстро все происходит. Раньше я брал из расчета один пакет в день, чтобы именно как раз на обед. Но сейчас на большой поход получается все это тяжеловато, поэтому я взял всего 25 пакетов на 50 дней. Из расчета, что мне придется либо по полпакета варить, либо, что, скорее всего, я заменяю их натуральными, как говорится, подножным кормом, то есть рыба, грибы и морепродуктов. Так, вторые блюда. Ну, здесь традиционно это гречка и рис. Вот горсточка того или другого вполне хватает, чтобы сделать завтрак или ужин. Вот в прошлый поход я брал 4 литра риса и 3 литра гречки. И мне даже осталось. Поэтому в этот раз я взял поменьше. И то вот прошло примерно третья часть похода, а расход-то оказался совсем небольшим. То есть придется мне дальше есть более интенсивно. Так, еще я взял в этот раз чечевицу. Чечевица – это бобовая, значит, там много белка. То есть это ближайший аналог гороха. Только в отличие от гороха не нужно замачивать надолго. Просто засыпаешь в холодную воду, доводишь до кипения и его варишь где-то так полчаса. Получается вкусный такой продукт. Только вот желательно его употреблять с утра, а не на вечер. Потому что, сами понимаете, бобовая. Еще в этот поход взял крупу ячневую. Тоже получается вкусный продукт. Вот, к сожалению, ее нельзя варить просто в воде. Получается такой жиденький киселек. Приходится варить в таких пакетах. Получается нормальная каша, варится 40 минут. Но вот такого пакета для меня многовато. Приходится его как-то съедать за два раза, либо уж так мощно подкрепляться, когда там ожидается большой переход или наоборот после большого перехода. Вот взял его таких вот 8 пакетов. Ну, к сожалению, что-то в походных условиях он идет не так, как дома. И еще я брал в этот раз спагетти.
спагетти 400 грамм, я беру всегда круглые, потому что плоские, они очень быстро слипаются, даже если в кипящую воду бросаешь. А вот эти круглые тоже нужно бросать в горячую соленую воду, предварительно поломав. Одна упаковка так визуально делится на 4 части, на 4 порции. Так, вот это основные вторые продукты. Третьи продукты или десерты. Самый традиционный напиток – это чай. Вот в прошлом году и раньше я брал в основном чай «Беседа», потому что там различные ароматы, разные вкусы. Но сейчас что-то его в продаже не стало, а если есть, то жутко дорогой. Я стал брать чай «Липтон». Ну, во-первых, это уже такая марка известная, если, конечно, это не подделка. Нормальный чай получается. Вот я не очень-то люблю крепкий чай, поэтому обычного двойного пакетика мне многовато. Вот другие чаи – это просто такой длинный пакетик, согнутый пополам, тоже на 2 грамма. А здесь же в пакетике два индивидуальных пакета, которые легко можно разделить, вот, и пить чай 2 раза. То есть получается не очень крепкий, как я люблю. И получается, что на 200 раз, то есть считать 50 дней, пить чай максимум 4 раза в день. На 50 дней вполне хватает 4 упаковки всего. Можно было, конечно, больше взять, но вот прошло 20 дней, а у меня 3 упаковки еще даже не разрасходованные. Так что вот это... Да, тут еще чай, он бывает 4 сортов. Это самый... Как его? Эрл Грей. Крепкий и еще там какой-то. И вот еще какой-то был юбилейный чай. 4 сорта, 4 разных пачки взял. И еще немножко взял обычный растворимый кофе, тут грамм 30. Ну, иногда кофе я не очень люблю, но иногда нужно организм взбодрить, чтобы он наконец-то проснулся с утра. Вот, к чаю нужен сахар. Сахару я в этот раз взял 2 литра. Вообще-то мне нужно было бы больше, но больше просто не унести. И хотя, вот видите, опять же, расход получился небольшой, потому что я к чаю добавляю еще вот этот сахарозаменитель. Примерно 4-5 таблеточек и столовую ложку сахара. Вполне сладко получается. Ну, видать, придется чай немножко более сладкий пить, иначе тут он... Сахар останется. Так, продукты быстрого приготовления. Вот бывает иногда, что просто нет времени или возможности что-нибудь такое серьезное сварить. Что есть там время или дрова, только чтобы вот воду довести до кипения. Для этого я взял продукты, которые можно просто разбодяжить водой. Это вот так называемые соевые шницели. Они полностью готовы к применению, их можно... кипяточком залить, подождать, пока не набухнут, и уже есть. Ну, конечно, лучше все-таки их поджаривать. Поджаривать на масле с лучком, чтобы они были румяные, тогда они вкуснее. И еще вот взял картофельное пюре Knorr. Вот тут вот этого соевого шницеля одной упаковки хватает примерно на 4 части, на 4 пакета, на 4 порции. А картошки должно хватить примерно так на 5-6 порций. Вот тут картошки полкило. Ну, понятно, тоже кипяточком разбодяжил, и получается вроде как картофельное пюре. Можно само по себе есть, а можно как гарнир там, к грибам, к рыбе и еще к чему-нибудь использовать. Так, в походе обязательно должны быть продукты, которые можно употреблять без всякого приготовления. То есть буквально на ходу где-нибудь там гребешь, вокруг какого-нибудь длиннющего мыса, и в это время там жуешь что-нибудь. Вот таких у меня много. Ну, во-первых, это сухари. Ну, как же, что за поход без сухарей? Я беру вот такие сухари, они упакованы так вот плотненько, уложены в герметичной упаковке. Вот здесь вот где-то 14-15 сухарей. То есть вот одна такая упаковка на неделю, получается 2 сухарика в день. Так как эти сухари, они сами по себе острые, то они при транспортировке протирают эту упаковку, и она уже теряет герметичность, то есть они могут отсыреть. Поэтому такие
пакеты, то есть такие сухари, я сначала укладываю в такой жесткий пакет, который точно не протрется, а потом его уже завязываю в другой, который обеспечит герметичность. Это вот по сухарям. Одна упаковка на неделю. Дальше. Точно так же беру еще сушки. Ну, сушки они мелкие, различные, с ванилью, с маком и так далее. Одна упаковка, где тут сколько, 0,3-0,35 килограмм, одна упаковка на неделю. Такая бывает. И еще сюда же беру... О! Кунжутные палочки. Тоже одна упаковка на неделю. Они тут бывают разные. С маком, с кунжутом. Просто безо всего. Это тоже... Они тоже у меня хранятся в жестком пакете, чтобы не протерся. Так, все. Дальше. Конечно, в качестве десерта и чтобы по дороге перекусить, это печеньки. Печеньки беру разные. Вот они обычно где-то грамм 200. Лучше всего сладкие. Они каждая в своей герметичной упаковке. И просто их скотчем связываю, чтобы они там не рассыпались. Дальше это шоколадки. Ну, шоколад это очень такой продукт и вкусный, и калорийный. Тут все жиры, белки и углеводы есть. Вот одна упаковка, одна пластина 100-граммовая на неделю. Можно грызть тоже буквально на бегу. И еще я стал брать гематоген. Он тоже сладкий, с ним можно пить чай, и тут много всяких витаминов, в том числе, которые помогают организму синтезировать кровь. Кровь, походу, нужна. И в качестве такого НЗ, что ли, я беру различные... сейчас раскупорю. А, нет, ладно уж, не буду. Ну, поверьте на слово, что здесь орехи. Фундук очищенный и миндаль очищенный. И там еще цукаты. Различные сухие фрукты. Это, опять же, на крайний случай, когда вот уже есть хочется, а нечего. Когда все кончится, вот они лежат. Чтобы быстро восполнить необходимые запасы. И еще я беру вот такую вот колбасу горячего копчения или вот как это вот холодного копчения, ну типа салями. Сейчас вот провожу эксперимент, как она себя будет чувствовать через 20 дней. Я еще ее не упаковывал. Собираюсь вскрыть, когда выйду в Белое море. Это через несколько дней. Так, теперь приправы. Ну, без приправ не обойтись. Как при приготовке рыбы, грибов и так далее, всех других продуктов. Потому что то же самое рис, просто соленый есть, ну, никак невозможно. Приправы у меня какие? Ну, во-первых, соль. Без соли не обойтись. Я покупаю вот такой вот солонку, в которой здесь грамм 100, что ли, натуральная пищевая соль. Вот, правда, она в первые же несколько дней отсыревает и высыпается оттуда очень плохо. И еще беру грамм, сколько тут, 200, наверное, каменной молотой соли. Это для засолки рыбы, грибов и прочее. Пригождается тоже. Дальше. Вот, несмотря на то, что очень хаят вот эти самые бульонные кубики, я их тоже беру. Беру из расчета половина кубика на одно приготовление. То есть один кубик в день. Различные вкусы и маги есть. Тут и галина бланка куриная. Ну, просто вместо того, чтобы солить, половинку отрезаешь кубика, посыпал. И вполне достаточно. Еще, ну как,
лавровый лист, пока еще не вскрытый. Вот, взял комплект или приправа для плова. Ну, на всякий случай поэкспериментировать, потому что рис у меня есть. Здесь есть лук, морковка, всякие приправы. Осталось достать чего-нибудь мясного, чтобы получился походный плов. Так, это суп. Вот еще какая-то приправа. Тут различные сухие овощи. Тоже еще не пробовал. А для рыбы лучше всего, для ухи подошла вот такая вот приправа. Так и называется, варим уху. Здесь моркошка, лавровый лист, там всякие разные перцы. Самое лучшее, что вот за последние годы удалось найти. Вот, к сожалению, только одну такую штуку брал. Уже закончилось. Надо будет больше взять. А мой основной, самый любимый приправа – это майонезы. Раньше я майонезов брал по одной пол-литровой упаковке на неделю. Но сейчас неделя у меня получалась 7, тяжеловато, поэтому стал брать по 0,25 литра упаковку. Причем беру самое разное. И разные производители, и разные вкусы. Все это неплохо хранится в походных условиях. Самое главное, чтобы это не находилось на солнце. Поэтому я вот упаковал их и держу обычно под всеми вещами. То есть сверху там у меня палатка закрывает от солнца, а лежит это все на дне, поэтому не портится. Ну и к продуктам, к этим приправам можно отнести также лук-чеснок. Ну как же без этого обойтись? Тут самое главное за ним следить, чтобы он тут не задохнулся. Иногда его проветривать надо, чтобы он так в сухую погоду это делать. Без чеснока, конечно, и уха получается не та. И так иногда погрызть для профилактики, чтобы иммунитет повысить. Ну, в этот раз я взял тут где-то всего с десяток небольших луковиц. Опять же, чтобы грибы или рыбу жарить. Так, еще к приправам нужно отнести масло. Без масла тоже невозможно пожарить хорошо ни рыбу, ни грибы. Хотя у меня сковородка тефлоновая, но на тефлоне все это получается какое-то безвкусное и сухое. А с маслицем, особенно грибы, жареные с маслом, это самое то. И еще вот такой продукт, не знаю, к чему его отнести, это мука. Ее можно использовать как приправу, ну, например, обваливать рыбу. И из нее я собираюсь что-нибудь печь, потому что хлеб давным-давно кончился, а какие-нибудь лепешки, какие-нибудь блинчики или еще что-нибудь. Мука, конечно, пригодится. Вот все эти продукты. Кажется, я все здесь, что было, показал. Все это весило в начале примерно 25 килограмм на 50 дней. То есть примерно полкило продуктов в день. Еще раз повторю, я брал их из расчета, что примерно треть продуктов у меня будет, так сказать, подножный корм. Это рыба, грибы и морепродуктов. И еще в начале у меня было где-то... Что у меня в начале? У меня было еще 7-Up. Это в поезд я брал, чтобы в поезде погрызть. Вот такая же подобная солями была. И хлеб и батон. Причем хлеб и батон... хлеб бородинский, и все это было порезано. Это я брал, чтобы в поезде съесть. Всего это весило где-то 2 с небольшим килограмма. То есть вся провизия на 50 дней, с учетом вот этого походного, то, что в поезд, весило где-то 27 килограмм. Еще расскажу очень важном в походе продукте. Это леденцы. Вот я взял такие вот мелкие леденцы мини-М. Тут их довольно много. Я, как правило, с утра откладываю куда-нибудь отдельно в карман 3 штучки и днем так где-нибудь их употребляю. Ну, нужно себя чем-нибудь занять, когда большущее озеро, гребешь и гребешь, гребешь и гребешь. Мысли уже все кончились.
руки-то заняты, а все остальное это бездействует. А вот так вот эти сладкие леденцы разные вкусы тоже отвлекают хорошо. И несколько слов об упаковке. Большинство продуктов, они выпускаются в герметичной упаковке, фабричной. То есть, если они в воду попадут, им ничего не сделается. За исключением, вот, разве что, сухарей. Я уже говорил, что они сами по себе герметичны, но я их еще в два слоя упаковываю, чтобы в воде им ничего не сделалось. И чай. Каждый пакет, каждая коробка, она тоже, конечно, в пленке, но я ее вот запаковал. А все остальные продукты, как правило, не требуют герметизации. Все эти продукты у меня лежат в транспортнике из-под варвара, такой плоский чемодан мягкий. И там внутрь вложен большущий такой пакет. Вот, на 240 литров. Он там хорошо лежит, и в нем все эти продукты там плотно уложены. Вот они все сначала скотчем схвачены, чтобы они не разъезжались, не расплывались там. И вот такие вот брикеты один к одному укладываю, все это плотно набиваю. Этот процесс, он довольно долгий оказывается, приходится несколько раз перекладывать. Вот сейчас я тоже все это буду перекладывать уже по-другому, потому что часть продуктов уже закончилась. Ну и в заключение я вам открою большую-большую тайну, ради которой вы, наверное, смотрели этот ролик до конца. Сколько же все это весит? То есть сколько нужно денег, чтобы купить провизии на поход 50 дней? Вот, весило это все 27 килограмм, это я уже говорил. Из них 25 килограмм это вот основное, и 2 килограмма то, что я в поезд брал, включая вот газировку, тут больше кило. Обошлось мне это все примерно в 5500 рублей. 5500 на 50 дней. Для сравнения скажу, что билет в один конец стоил порядка 3000. То есть можно так сказать, 6000, чтобы съездить до Карелии обратно, и 6000, чтобы здесь почти 2 месяца прожить. Вот такие вот расходы. Спасибо за внимание. Как говорится, удачи на воде.